В эфире самое электрическое среди магнитных и самое магнитное среди электрических рубрик программы «Галилео», которая называется «Уходи оттуда!» С ума сошел. Эксперименты. Значит, вы давно уже наверняка задумывались над вопросом, что было раньше, яйцо или курица? Забудьте, это глупый вопрос. Главное, что мы с вами знаем, что яйцо порождает курицу, а курица порождает яйцо. Так правильно. Так вот, друзья, этим же вопросом в свое время, а именно в 1831 году, задался Майкл Фарадей. Собственно, в чем суть? Люди уже поняли, что постоянный электрический ток порождает постоянное магнитное поле. Именно благодаря этому и работают все электродвигатели. Вот модель, простая модель электродвигателя в масштабе 1 к 43. Это обыкновенные батарейки желтого цвета, это обыкновенные катушки золотого цвета, это обыкновенный проводок, который я сейчас сюда присоединю. Присоединил. Сейчас по этим катушкам, как говорят физики, текет электрический ток, создавая, что правильно, постоянное магнитное поле. И если поднести внешний постоянный магнит, то начнется взаимодействие магнитного поля, порожденного электричеством, с магнитным полем, порожденное магнитом. И... Второй раз показать. О. Собственно, что и требовалось доказать. Итак, постоянное электрическое поле порождает постоянное магнитное поле. И вот тот же самый Майкл Фарадей сказал, а вдруг постоянное магнитное поле будет порождать электрическое, то есть наоборот. Он взял большущий магнит, взял длиннющий проводник, подключил его к приборам и поднес электрический провод к постоянному магниту. Приборы показывали ноль. Он расстроился и убрал обратно. Снова поднес, снова посмотрел. Опять приборы показывали ноль. Он обиделся и опять убрал. Потом он заметил краем глаза, что как-то странно ведут себя стрелки на приборах. Когда он подносит электрический провод, стрелки дергаются и опять показывают ноль. Когда он убирает обратно проводник, стрелки опять дергаются и потом снова показывают ноль. Так Майкл Фарадей догадался, что переменное магнитное поле создает переменное электрическое. И вот вам, как говорится, яркий тому пример. Обыкновенная катушка, которая подключена к переменному току. То есть эта катушка создает переменное магнитное поле. Вот оно меняется, 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 меняется. Если бы это переменное магнитное поле взять и поместить, например, вот такой замкнутый контур, вот, то внутри этого замкнутого контура тоже будет меняться магнитное поле, и будет создаваться внутри него уже электрическое поле, которое тоже будет меняться, меняться, меняться. Соответственно, электрическое поле будет создавать магнитное поле, и это колечко будет как магнит взаимодействовать с катушкой. Хотите, покажу? Легко. Беру колечко, надеваю на сердечник и... Слышите, даже слышите, как он гудит? Переменное магнитное поле создает переменное электрическое, которое, в свою очередь, создает... Да. Долго экспериментировать нельзя. Сами понимаете. А на чем я остановился? А, да. Значит, мы говорили с вами о технике пожарной безопасности. Нет, не об этом. А, да, мы говорили о переменном электрическом магнитном поле. Так вот, друзья, если такое же колечко разорвать, вот, например, как я это разорвал, то этого эффекта уже не будет. Почему? Потому что, конечно, переменное магнитное поле будет, но ток не бежит по разомкнутой цепи. Поэтому это колечко уже никак не будет, видите, взаимодействовать. Никак. Ну и главный вопрос нашей программы. Собственно, к чему все это я веду? Где практическое применение? А вот оно, друзья. Вот в этой замечательной электрической, не побоюсь этого слова, схеме. Обыкновенная лампочка, обыкновенная катушка. Я сейчас с помощью этой катушки, благодаря, кстати говоря, электромагнитной индукции, сделаю регулятор яркости света. На каком принципе он будет работать? Да на очень простом. Если включить катушку в переменный ток, у нее будет одно сопротивление. Если в эту катушку ставить сердечник, индукция у катушки вырастет во много раз, соответственно, сопротивление ее увеличится. Катушка будет сопротивляться изменению тока внутри себя. Посмотрим, как это работает. Вот вам яркость максимальная,
светится у нас лампочка, греется катушка, по катушке бежит переменный ток. Я начинаю вставлять сердечник в катушку. Сопротивление катушки возрастает, и, соответственно, уменьшается яркость лампочки. Понимаю обратно? Лампочка стоит сильнее. Таким образом, друзья, электромагнитная индукция всегда где-то рядом. Даже когда вы летите на самолете. Поясню. У нашей планеты с вами, у меня это планета Земля, есть магнитное поле. Вот так оно располагается, магнитное поле Земли. И в этом магнитном поле Земли летит самолет, который, как вы знаете, сделан из чего? Из проводника. И когда самолет растопырив свои крылья, летит в магнитном поле Земли, у него на краях крыльев возникает разность потенциалов и начинает течь ток. Не верите? Господи, можете во время полета взять тестер, выйти на крыло и померить.